Привет, дорогие друзья, с вами Драгин, и мы сегодня вновь в игре под названием My Favorite Car. Ну и перед началом ролика, всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. И, в принципе, прошлый ролик собрал большое количество просмотров, также лайков. Я увидел, что эта игра вам интересна, и, ну и, в принципе, почему бы второй ролик подряд уже не оформить на канале. Тем более, есть повод 5000 подписчиков, ну и второе — это обновление. И все по порядочку. Первое — это у нас обновили загрузочный экран. Теперь он как в My Summer Car. Также можем выбрать цвет любой, хоть вот такой, хоть такой, но я выберу серенький. А также добавлена кнопка «Продолжить», причем, кстати, по моей инициативе. Вот, потому что я предложил разрабу кнопочку эту. Также у нас добавлены настройки, в которых... Ну, настройки были, только там немного другое все было. Ну, сейчас вы, в общем-то, все увидите. Да, и в прошлом видосе мы не собрали жигу, мы сегодня это сделаем обязательно, и по ходу еще как раз посмотрим обновление. Изменено управление, кучу раз оно изменялось, слава богу, его сделали. Также добавлена чувствительность, можно управлять, вот мы, например, будем рулем вот этим управлять. Вот, и погнали, ребята, соберем машину. Я сегодня хочу просто собрать эту машину, потому что играть я в эту игру очень хочу, но, к сожалению, из-за того, что мы не собрали машину, я этого сделать не могу. Так. Сегодня мы, я надеюсь, мы быстренько машину соберем. Так, у нас есть руль. Руль мы, в принципе, ставили от Жиги, а там, по-моему, от семерки, да? И я предлагаю, в принципе, наверное, с фара. Так, и в принципе машина-то готова. Как бы осталось тапоки в зале. Давайте, ребят, откроем дверь, сядем. Ой, сесть. Еба. Так, нам сейчас надо машину завести. Что-то не заводится. И... завели. Так, у нас единственное нет тахометра. Так, надо назад сдать. Так, стой. Так, ребята, я думаю, заглушить, да, надо. Потому что у нас стопариков-то нет. Так, все, выходим, ребят. Блин, не, ну это в натуре. Ой-ой-ой, My Summer Car. Так, все, в принципе, надо сейчас, наверное, приборочку, да, взять. Приборка у нас пока что, к сожалению, одна. Хотя было прикольно, если бы можно было бы поставить новую. Вот, ну, думаю, тоже это добавится. Хоп, ну, в принципе, у нас все... Машина дергается. У нас все готово, единственное, сейчас надо осталось фонари. Правый, передний... Что это? Что ты-то... Я понял. Так, хоп. Да, блин, а что такое? Почему она не ставится? Не, ну вроде... О, все. Так, а поворотников... Поворотник, там же поворотников вроде нету, а смысл от них тогда будет? Немного непонятно как-то. Так, хоп. Сейчас бы попасть еще. Что-то как-то странно, вроде... Наводишься? О, все, поставил. Так, и задние стопори, да, остались у нас? О, правая задняя фара. И все, в принципе, жига готова. И сейчас мы с вами, в принципе, посмотрим новое обновление, которое вот сегодня добавили. Ну, вчера. Для меня сегодня, а вы, получается, завтра уже увидите. Вот. Так, в принципе, все. Закрываем нафиг вот это. Вот так захлопываем. Все, шедеврально. А, ну, в принципе, можно еще, кстати, решетку добавить. Но, в принципе, я думаю, это нам не надо. Нам нужно открыть ворота.
нужно сесть. А, кстати, я сюда могу сесть, интересно? Тихо, тихо, тихо. Нет, я туда сесть не могу, к сожалению, да? А туда я сесть-то могу. Да. Так, давайте вот там мы закроем. Ой. Так, погодите. Так, я, по-моему... Так, а можно выйти отсюда? По-братски. О, все, вышел. Так, закрываем. Там у нас открыто. Мы садимся, закрываем это. Потом заводим. А, машина что-то долго заводится. Так. Не, ну это прекрасно, это прекрасно. Так, сейчас получается так. Стой, стой, стой. Так. Так, ну я надеюсь, не, тут у нас соседи дружелюбные, и никто не зайдет. Погнали на машинке, идеально. Ева. Так, тихо-тихо, тут поворотик резкий. Блин, я первый раз по деревне катаюсь, это, конечно, прикольно. Но она такая большая. Вот, новое, ребята, обновление, это трафик. Так, немного за дороги выехал. Так, ну поворотников. Тихо. Так, ну-ка переключаем. Поворотников у нас нету. Да, поворотников у нас, к сожалению, нету. Так, погнали вот туда, сгоняем. Тихо, чуть не врезались. Не, ну это прикольно, прикольно. Тут знаки даже есть. Ну, не, ну походу карта большая. Так, у нас там ЗИЛ катится. Заправка. А что, мы можем заправляться, что ли, или что? Вот, кстати, я хочу проверить. Ну-ка. Ну это, ребят, наверное... Ой. Это, наверное, в разработке. И вскоре, ну, естественно, мы будем, в принципе... Да, господи, можно оставить ее, пожалуйста? Все, спасибо. Так, а у нас где? А у нас этой крышки-то, кстати, нету. Ну тут мы, в принципе-то, тоже ничего не можем. А нет, можем. Пистолет. И мы можем, получается, вставить. Деньги. Так, сколько литров тут, интересно? Так. 7 литров уже на 200 долларов вышло. А сколько тут? Ну, тут литров 20, наверное, да? Ну, я честно не помню. Ну, 20. Давайте до 1000-то идем. Тут, по-моему, бесконечность будет сейчас. Угу. Да, ребят, тут, походу, 1000. Так, все. Получается, пистолет мы достаем. И ложим вот обратно. Оп. Так, все окей. Садимся. Закрываем и, получается, дальше едем. Все, заправились, и можно дальше кататься. Так, а мне интересно, это типа там дальше сейчас другая деревушка будет или как? Так, остановка. Ой-ой-ой, врезались. Так, давайте, ребят, попробуем на вот этом управлении. Может, на нем будет удобнее. Так. Ну, про жигу могу сказать то, что это что-то как-то нарезвое слишком. Прям быстрое в натуре. Так, обгоняем. Вот так, шашечка. Ручничка, ребят, нету. К сожалению. Так, тихо, пятнашка. Кстати, прикольно было бы, если пятнашку добавили. Так, вот так по полям. За что я зацепился? Я вот за вот эту веточку зацепился? Серьезно? Так, сейчас нам надо вернуться как-то на дорогу. Так, тут у нас... ДТП небольшое. Кстати, хорошо, что у нас... Ну, с одной стороны, хорошо, что не отлетают у нас детали. С другой стороны, конечно, это нереалистично немного. Ну да ладно. Так, это у нас другая уже деревушка, наверное, да? Хотя... Ну, хрен знает. Так, нам, наверное, вот туда надо. Сейчас бы еще найти
свой дом. Так. Ну хрен знает, я в своей деревне не катался. Нет, это, по-моему, не наша деревня. Наша деревня вон там следующая. Да-да-да. Наша вот та будет. То есть мы посюда проезжаем. Вот тут какой-то дом лесничка, что ли. Рыбака какого-то там, охотника, не знаю. Так, все, проезжаем посюда. И сейчас, наверное, ну да, по этой дороге мы как раз приехали. Вот так мы только напрямую сейчас поедем. Так, магазин. Так, это уже в лес. Так, тихо. Что это какая? Продуктовая лавка. Ну, я, если честно, бегал туда пешком. Там, в принципе, все пусто. С 8 до 21 работает. Не, ну, конечно, это прикольно, чтобы сюда как-то людей добавить. И было бы прекрасно. Так, нам немного в другую сторону. Мы, по-моему, проехали. Все, тихо. Так, поворачиваем. Ну, в принципе... Все, машину, ребят, мы глушим. Где там? Где? Все, ребят, машину мы заглушили. Открываем дверь. Так, вы их... Можно? Во. Машина, конечно, почему-то куда-то двигается. Так, закрываем вот это. Все, ворота закройтесь. Все. В принципе, ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ну и, конечно, пишите крутые комментарии и ставьте лайки. А на этом все. Всем спасибо и всем пока.